Гости Юго-Остинского государственного драматического театра имени Костахита Гурова, директор Серовского театра драмы Владимир Пантелеев и актриса того же театра Ольга Носкова в сопровождении директора Юго-Остинского театра побывали в музейном комплексе Юго-Остинского государственного университета. Лето у нас в Южной Осетии традиционно пора, когда приезжает много гостей, которые интересуются и нашими красотами природными, и нашими культурными ценностями. Они приехали с целью познакомиться с творчеством, с работой нашего театра, с дальнейшими планами по взаимному сотрудничеству, обмен опытом такой у нас вот происходит. Заодно мы, конечно, решили познакомить поближе, значит, людей с нашей культурой. И, конечно же, мы пришли в ИУГУ и, конечно же, решили посетить наш замечательный музей. Директор музея зоологии Йогу Инна Битиева провела гостям увлекательную экскурсию по музею зоологии и музею этнографии и краеведения. Посетим, как была? Вот женская половина, мужская. Это женская половина, да? Да, по левую часть это мужская. Съемочная группа Йогу ТВ пообщалась с гостями российского театра, поинтересовавшись их планами совместной с Юго-Остинским театром работой и впечатлениях о республике Йогу. Несмотря на то, что музею всего 2 года, но я считаю, что за это время была проделана колоссальная работа, да, очень колоссальная. Глядя на количество экспонатов на сегодняшний день, я считаю, что работники, и не только работники, а как нам сказали о том, что все экспонаты, они предоставлены в дар жителями, да, Южной Осетии, я считаю, это самое дорогое, когда мы собираем и создаем такие места именно сами, с любовью и пониманием. Гости остались под большим впечатлением от увиденного в музее Йогу. Особенно сильно их поразила осетинская сакля, объекты которой были собраны жителями Цхинвала. Мы благодарим Мадину Дмитриевну за приглашение, потому как если бы этого предложения не было, мы никогда не познакомились, не узнали культуру Южной Осетии. Действительно, дорога наша составила 19 часов, но даже с учетом того, что мы очень сильно устали, мы не хотели потерять ни одной минуты, потому что мы познакомились с очень большим количеством людей, друзей, людьми искусства, просто с людьми знакомились на улице, с добрыми, теплыми. Мы в восторге, и от природы особенно. Мы хотим поблагодарить за эту замечательную, познавательную и очень увлекательную экскурсию. И от всей души желаем дальнейшего процветания, и чтобы количество экспонатов еще пополнялось. Выразив благодарность за приглашение Мадине Валиевой, гости по достоинству оценили гостеприимство и красоты нашей республики с надеждой приехать еще раз. Эту поездку мы наверняка запомним навсегда, потому что восхищаемся людьми, восхищаемся кухней, восхищаемся природой и обязательно мечтаем вернуться к вам еще. Да.